Значит, по доллару, да, доллар четко совершенно развернулся, поставил низы индекс доллара, когда у него было разворотное окно, ушел вверх. Значит, если когда мы будем пробивать вот эту вершину, там 90, по-моему, 3 что-то с копейками, это только будет служить подтверждением того факта, что в январе у нас таки было дно не годового цикла, а четырехлетнего цикла, и доллар можно спокойно брать и ждать, пока те же фигуры, которые нам пели о смерти доллара, начнут петь там о смерти евро, о смерти юаня и тому подобное. То есть сентимент полностью изменится от ненависти к доллару, к безоглядной и вечной любви к доллару, ну, как обычно. Тогда нужно будет от доллара избавляться. Значит, здесь сейчас вот доллар, судя по всему, он пошел на низы торгового цикла снова, то есть мы вот поставили верхи торгового цикла, но здесь у нас остается незавершенным одно подразделение. Вот это вот это движение, вот это движение. Можно считать вот это завершенным, у нас не завершено вот этого движения. То есть, скорее всего, мы чертим четверку, которая соответствует и двушке, и будем чертить пять, который будет соответствовать вот этой первой. Значит, чему оно будет соответствовать? Вопрос интересный, вот эта пятерка. Потому что вот у нас канал можно провести, да, и этот канал мы должны перебить вот этим движением, которое идет сейчас, мы должны перебить вот этот вверх. То есть, наверное, у нас сейчас будет некая коррекция по доллару, потом дальнейший рост. И только после этого мы пойдем корректировать весь вот этот импульс. То есть вот этот импульс, он еще не завершен, на мой взгляд. С другой стороны, это все можно тоже посчитать как A, B, сейчас идет C, то есть плоскую коррекцию, соответственно, мы будем выносить вот эти вот низы. Понимаете, да, о чем говорю? Вот A, B, C. Опять же, тогда вот этот импульс завершенный, и мы будем корректировать этот импульс, только потом пойдем. Но если посмотреть просто на диапазон, в котором все это будет происходить, ну, пока мы по индексу доллара, по рублю, я думаю, что внимание инвесторов, особенно стратегических инвесторов, этот диапазон не стоит. Это только для презренных спекулей и тем более пипсоловов.